Это гюрза. Ее яд уступает по токсичности только яду кобры. При укусе эта змея вводит 50 миллиграммов яда, и без своевременного и правильного лечения гибель жертвы неизбежна. Поэтому гюрза до сих пор одна из самых опасных змей для домашних животных и человека. В критической ситуации она способна совершать броски на длину тела в сторону противника. Даже опытные ловцы, змееловы, становились жертвами этой коварной змеи. В Индии и Пакистане, Иране и Афганистане, в странах Средиземноморья, Алжире, Турции, Тунисе, Марокко ее зовут ливанской гадюкой, а иногда гробовой змеей. Яд гюрзы действительно сильнодействующий, а сама змея достаточно смелая, особенно если приходится защищать собственную жизнь. Но и она первая не нападает, а при встрече с человеком уползает. Гюрза обитает в различных биотопах, от пустыней до горностепных зон. Встречается она и на окраинах крупных городов, где для нее есть необходимые укрытия и хорошая кормовая база в виде крыс. В горы поднимается до высоты 2500 метров над уровнем моря. Весной змеи появляются в марте, в середине апреля, при минимальной температуре воздуха не менее плюс 10 градусов. А осенью животные снова возвращаются к местам зимовок, зимуя поодиночке или группами до 12 особей. Между прочим, во многих местах гюрза исчезла или стала редкой. Ящерицы, черепахи, змеи – все они жили в те далекие времена, когда на нашей планете хозяйничали динозавры, а человека еще не было. Прошли миллионы лет, динозавры давно вымерли, а они живут. Живут рядом с нами, и вы можете в этом убедиться сами. Достаточно только остановиться, замереть, и вот, перед вами самый-самый близкий родственник динозавров.